43, и он, наверное, есть еще один яркий представитель новой тренерской итальянской волны. А Джанлука Базили тем временем забил первые очки во втором периоде, однако ответный ход в исполнении Мильку Бьелицы, который поразил кольцо из-за дуги, и у нас вновь равный счет 29-29. Базили отдавал мяч Щекичу, тот совершил по сути потерю, отдавая эту передачу, а хозяева вновь бьют издали, в этот раз дальним попаданием отличился Телетович, и уже 32-29. Против Базили действует Приджиони. А на площадке еще один американский легионер хозяев. Это Дэвид Лайти. Молодой защитник из Соединенных Штатов. 23 года. Выпускник университета Огайо Стейт. 32-31 после точного броска Шермадини. Неманя Бьелица из угла.